Фамилия, имя, отчество? Даниловская Анна Дмитриевна. Год рождения, уроженка? 5.8.95, Смоленская область, город Сафоново. Чем занимаетесь на территории Одинцовского района? Ничем, стояла на дороге. Занималась проституцией. Скажите, пожалуйста, ваше семейное положение? Не замужем. Дети? Нету. Ваша профессия? Проститутка. И задержали вас сотрудники полиции за что? За оказание интимных услуг, за вознаграждение. Вы сознаете свою вину? Да. Раскаиваетесь в содеянном? Да. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По какой статье, когда? 6.11. Недели две назад. Это административная ответственность, а уголовная ответственность? Нет. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, занимаетесь проституцией, стоите на дороге, да? И сколько денежных средств вы принимаете после оказания услуг интимного характера? 1.5-2. Чего? Рублей. Ну, еще раз, можно внятнее? 1.5-2. Куда вы эти деньги и кому отдаете? Себе забираю. Плачу только за такси, за жилье. То есть вы вот каждый вечер выходите на улицу, на дорогу, да? В каком месте? В течение дня. В течение дня? Да. То есть вот как у вас утро начинается? Вы просыпаетесь с утра, в 7 утра, и вот расскажите, каждый день как это происходит? Проснулась, покушала. Так. Собралась, поехала на работу. Поехала на работу. А в какие места вы выезжаете на дорогу? В разные. Ну вот, например? Бутынь, 49-й, 51-й. Километр Минского шоссе. Так, и сколько вы стоите вот на дороге? Пару часов. И сразу же подъезжают да. люди и вам предлагают? Да. Сколько в день у вас этих пассажиров? Когда как? Ну, примерно. Вчера сколько было? Вчера я не работала. Позавчера? Человек 5-6. И вы никому эти денежные средства не отдаете, все себе? Нет, плачу за такси и за жилье. Угу.